можно превратить даже церковную жизнь в культурный феномен. Красивый, интересный, традиционный, в хорошем исполнении, хорошие хоры, красивое одеяние, хорошая дисциплина, например, службы. Все, ну слушайте, это же мечта. Лучше театр даже, может быть. Может, может. Все зависит от того, на что направлено все внимание. Царство Божие на земле или Царство Божие в вечности? Задача Церкви – исцеление души, а политическая сторона, она осуществляется людьми, политической, социальной, вы слышите? Поэтому задача Церкви – воспитать людей, которые, если бы они поднялись кверху, они бы проводили и соответствующие благоприятные реформы. Вот каков процесс – воспитание человека, а не попытка с помощью чисто внешних мирских средств превратить нашу земную жизнь в какой-то рай. Я сегодня хочу, друзья мои, немножечко поговорить с вами об очень важном вопросе. Это о тех искажениях в понимании христианства, которые постоянно наблюдаются в истории христианства и в настоящий момент. Прям целый ряд есть таких моментов, которые чрезвычайно важны, и не понимая которых, мы можем оказаться в очень, я бы сказал, неудобном положении. Неверные трактовки христианства имели место всегда, с самого начала. Уже, как помните, уже появлялись различные лжеучения, искажения, гностики, ереси, и, конечно, как всегда, выдавали себя за истинное христианство. Если подходить исторически, то, видимо, самым первым искажением христианства это была попытка отдельных представителей, я бы сказал, иудеев, которые пытались и хотели даже христиан, которые были не евреями, принудить к тому, чтобы они исполняли ветхозаветный иудейский закон. То есть хотели соединить христианство с иудейским ветхозаветным законом. Вы помните, это были так называемые эвиониты. Помните, как даже Первый апостольский собор был специально посвящен даже этому вопросу. Там это было вполне понятно. Это вполне понятно, потому что многие обращались только что из иудеев в христианство, а многие вообще из язычества. Вот эти иудействующие христиане, кто-то из них, конечно, послушался решения собора апостольского, но многие были и те, которые отошли даже от церкви, считая, что иудейский закон, данный Моисеем, незыблемый. Вот это вот, я вам скажу, очень серьезная вещь, которая наблюдается до сих пор. В чем суть вот этого подхода к христианству? В том, что при подобного рода настроения и подобного рода учения отвергаются все самые основополагающие догматы христианской веры. Ну, вы же знаете, речь идет сразу о Троице. Никакой Троицы не может быть. Боговоплощение. Ну, естественно, какое боговоплощение? Мессианское достоинство Иисуса Христа, жертва Христова, таинство. Для тех,
для кого Ветхий Завет является критерием истинности, все эти догматы исключаются безусловно. И вы же по истории церкви проходили, что у нас в России происходило в 15-16 веках, ересь жидовствующих. Какое было глумление над таинствами, над иконами, над всеми христианскими истинами. И, кстати, обращаю ваше внимание, мы иногда рассматриваем это как чисто вероучительную сторону, а на самом деле вы же помните, по истории вы помните, какую смуту государственную произвела эта ересь жидовствующих. Сколько государственных деятелей, церковных, оказались увлеченными, и к чему это могло привести все состояние Церкви Российской и государства. Но, так сказать, с этой ересью, кажется, покончили. На самом деле, не очень. Ну, конечно, в Новгороде, в Великом Новгороде, там, конечно, расправились очень сильно. Там помните, наверное, как? Их еретиков, которых объявляли, сажали на водовозную клячу задом наперед, одевали берестяную такую шапку, на которой было написано «Се сатанино воинство» и «С моста Волхов в реку». Ну, в общем, по тем временам расправлялись вот таким образом, жестоко. Правда, эта ересь потом возобновлялась в других направлениях, да, под другими именами. Сейчас она появилась под именем ереси, или, как они себя называют, церкви Иеговы. Даже если мы привыкли говорить Иегова, да, или Ягве, то они Иеговы. Вот это вот стремление к иудаизации, оно чем обусловлено, я вам скажу. Потому что иудейство по самой своей сути – это материализм. Вы помните, когда Христос сказал, невозможно служить Богу и мамоне, как его подняли на смех? Его даже опровергать не стали. А просто, ну, наивный человек, его на смех подняли. Как это мамоне нельзя служить? И именно достигая богатства, ты этим самым и угождаешь Богу. И критерием твоего угождения является твое богатство. К сожалению, это именно этот момент, он оказался очень-очень сильным. Что происходит в настоящее время? В настоящее время, я бы сказал, происходит нечто беспрецедентное в этом отношении. Беспрецедентное в Риме, в Ватикане. Можно просто только удивляться, что там совершается. На Западе сейчас введен термин богословский, новый, которого никогда не было, который звучит как иудео-христианство. Вообще странно, почему, вы скажете? А потому что христиане принимают книги Ветхого Завета по чисто формальному признаку, но забыли другое. Книги-то да, а смысл? Вся суть Ветхого Завета, вы помните в чем? В Мессии. И христиане говорят, смысл всех пророчеств этих во Христе. Для иудейства – нет. Иисус Христос – лже-мессия. Вы слышите? Кажется, формально одно и то же. Знаки разные – плюс или минус. Но вот этот термин иудео-христианство, он вошел буквально прочно уже
в западное богословие. Я говорю, западное, то есть католическое и протестантское. Вы, конечно, можете разводить руками, говорить, как это может быть? Какое сочетание вдруг? Признание Христа и жесткое его отрицание в иудействе, лже-мессия, как можно соединять? Не надо спрашивать. Это нехорошо. Это нетолерантно. Кстати, почему не сказать иудео-мусульманство? А почему не сказать исламо-христианство? Нет, этих терминов нет. Хотя ислам, посмотрите, миллиард поклонников. Правда же? Ислам признает тоже ветхозаветные книги, тоже ссылается на древних святых. Нет этого термина. Здесь термин совершенно определенный. Но в чем дело? Объясняется это вот чем. Если вы обратите внимание, что с чем выступали вот папа Иоанн Павел II, затем Бенедикт, и затем уж сейчас этот папа Франциск, или, как его говорят итальянцы, Франческо, да, то вы просто будете поражены. Просто поражены. Вы же знаете, что после Второй мировой войны сколько было конференций, как вопрос о национализме обсуждался в Организации Объединенных Наций, какие были приняты решения международные о том, что ни в коем случае невозможно, антигуманно, гуманно любая попытка поставить какую-либо нацию выше других. Ну, помните это все, знаете, вы же войну-то, наверное, воевали же, знаете, поэтому после войны все помните же. Так. Нельзя! Нельзя! Нельзя, да? Что говорят папы римские? Вы просто будете поражены. Что заявляют они? Например, существование этого народа, речь идет о еврейском народе, это факт сверхъестественный. Это народ Завета, и таковым он останется всегда. И несмотря ни на что, даже когда люди неверны, ибо Господь верен своему завету. Это народ сверхъестественный. Вы слышите, что происходит? Вот таких и таких заявлений очень много. И вот, вы знаете, встает вопрос, я думаю, в чем тут дело? Или действительно Ватикан чувствует мощь, силу? Действительно, очень еврейская элита обладает колоссальными возможностями. Это верно. Колоссальной властью. Или тут преклонение перед этим, или вот уж поистине небывалый иезуитский ход. Какой? Вот какой? Догадайтесь. Начинают, видите, как поднимают, лучшие в мире, тонкая провокация, чтобы вызвать среди других народов протест. Протест. Те же немцы скажут, чем мы хуже. Тем же русские скажут, мы Русь святая. Да кто угодно. Это ж поистине иезуитский ход, если это так. Тончайшая провокация. Нет-нет. Еврейский народ сверхъестественный. Вы все естественные. Замечательно. Может быть и так, не знаю. Сказать трудно. Да. В 1997 году в Ватикане закончился межцерковный симпозиум на тему «Корни антииудаизма в христианской среде». Ну что же, ну, пожалуйста, верно. Какие были гонения на иудеев? Совершенно верно. Верно, тема вполне заслуживающая внимания. Но, если мы хотим быть объективными,
почему тут же параллельно не идет такая же конференция на тему «Корни антихристианства в иудейской среде»? Нет, это нет, вы что? Это нельзя. Почему? А потому что нельзя. Вы понимаете, идет вообще Ватикан в этом отношении что-то просто представляет из себя нечто поразительное. Это такое преклонение перед им еврейским народом. Более того, вы знаете, до чего дошло? Сейчас я вам зачитаю. В заявлении, которое выпущено вот недавно, в декабре 2015 года, вы послушайте, что говорится. Церковь обязана рассматривать евангелизацию евреев, имеющих единого с нами Бога, как способ, отличающийся от того, который применим по отношению к людям других религий и мировоззрений. Какой же это способ? Документ поясняет. Хотя евреи не могут верить в Иисуса Христа как универсального Искупителя, они имеют свою часть в спасении, потому что дары и призвание Божие безвозвратны. То как это можно быть возможным, как это может быть возможно, остается непостижимой тайной божественного плана домостроительства спасения. Замечательно. Откуда же узнали, что это тайна? Откуда узнали, что почему же иначе? По отношению к евреям иначе? Они что, не люди, что ли? И смотрите потом, евреев, имеющих единого с нами Бога. Причем тут евреев? Апостолы были евреями. Божья Матерь была евреем. Причем тут евреев? И в то же время, знаю, самые злейшие враги, многие были евреи. Причем тут евреи? Речь идет, видимо, об иудеях. А для иудеев сказать, что они имеют единого с нами Бога, это значит одно. Или мы отрекаемся от Христа, отрекаемся. Или что? Непонятно что. Единого с нами Бога. Значит, или Христос для нас не Бог, значит. Вот, оказывается, какие вещи. Все это заявление Ватикана. Вообще, сейчас эта политика просто поразительная, что происходит в этом плане. Что-то невероятное. Но учтите, тут есть и другие моменты. Но я сейчас, по крайней мере, хочу сказать об одном из них. Один из политических обозревателей написал очень интересные вещи. В частности, он пишет: «По мнению американцев, Россия представляет собой одну из величайших угроз для безопасности США. Таким образом, дальше я не зачитываю длинную цитату, таким образом, Америка заинтересована в укреплении и росте в России нерусских религий и философий, в том числе католицизма, который является мощной международной силой». Слышите, как переплетаются религии с политикой? Католицизм – это не просто религиозная система, не просто религия, а является мощной международной силой. А задача какая? Задача какая? Как раз и заинтересованы в укреплении и росте в России нерусских религий и философий, в том числе католицизма. Видите, какие вещи тонкие тут, оказывается, бывают. Все не так просто, как происходит. И действительно мы видим, что папа Франциск прям мечтает уже
попасть сюда. Потому что каждый его приезд, если вы посмотрите, когда он был вот в разных странах, был на Украине, был в Грузии, был в других православных, православных, неправославных христиан церквах. Вы помните, что там творилось? Какой ажиотаж! Потрясающий! Все в возбуждении! Так что можно будет, если он сумеет, сумеет пробиться, и у нас будет удар, удар по нашей церкви, по нашему народу. Другого слова не скажешь. Хорошо, это вот одна из угроз нашему православию, православию, перед лицом которой мы находимся. Почему это угроза? Во-первых, Ватикан очень активен, обладает колоссальной машиной пропаганды. И сейчас он рвется изо всей силы. Куда? В Россию. Помните, что было на Украине, когда началась перестройка? Когда патриарх Алексей II призывал: давайте, давайте организуем комиссию, чтобы по-доброму, по-хорошему все решить, там вопрос с храмами. С храмами. Категорический отказ. И когда захватили все, что можно захватить уже, в том числе силой буквально, потом сказали, знаете, что они сказали? Запомните, пожалуйста, вам пригодится. Мы прощаем вас, вы простите нас. Ну, правда же неплохо? Правда здорово? Мы захватили все, что можно было, сейчас дальше уже, ну, не пущают никак. Украинцы все-таки встали стеной. Так, ну ладно, мы прощаем вас за то, что вы не дали нам захватить и все прочее. А мы прощаем вас. Отказали в создании этой четырехсторонней комиссии, которая по-доброму, по-христианскому решить. В частности, один из моментов был какой? Там, где на приходе, например, вот какой-то приход, больше православных, храм остается православным. Там, где больше униатов, храм отдается униатам. Просто чисто, чисто вот по счету. Нет, это дело не пойдет. У нас много денег, следовательно, много силы. Захватим. И вообще католицизм отличается вот этой агрессивностью. Всюду, куда только он попадает, начинаются захваты. Я помню, как мне много рассказывали в Чехии, в Словакии, когда там был заключен конкордат с Ватиканом. Они просто мне рассказывали ужасы, что творилось с нашим православным духовенством. В Польше, я помню, в Варшаве, площадь такая в Варшаве. Я говорю, какая площадь хорошая? Мне говорят, площадь. Здесь стоял наш великолепный собор, который взорвали. Ну, знаете, Польша, она католическая вся. Взорвали. Так у нас был даже профессор еще здесь, Агицкий Дмитрий Петрович, и он говорил, что после этого мы никогда не проходили прям по площади. Потому что здесь был святыня наши, обходили так же, как и обходили тогда, когда собор стоял еще целым, невредимым. Вот так. Так что здесь, вы видите, вот эта иудаизация в католичестве, которая происходит сейчас, это имеет очень серьезные большие последствия. В отношении протестантизма скажу вам так. Протестантизм, он оказался в этом отношении очень мощной силой, продвигающей иудаизацию христианства. Когда произошла реформация, сколько было ликования в иудейской среде. И вы сейчас, если вы зайдете, например, в кальвинистский храм, я помню, не помню, где-то на Западе я зашел, я никак не пойму. Там не только нет никаких икон, нет креста. Вообще вы зашли.
я не знаю, во что, концертный зал или куда-то, место публичных собраний. Нет храма. Здесь невозможно молиться. Ничего святого. Что вы? В кальвинизме, вы знаете же, запрещено изображение. Там это полная это борьба, жестокая борьба против иконопочитания. Но вы знаете, в иудействе то же самое. Ни о каком иконопочитании речь и не может даже идти. Дополню лишь, что один из наших выдающихся славянофилов, Юрий Федорович Самарин, когда его спросили, что такое католицизм, это был начало 20 века. Он, знаете, что ответил? Католицизм – это иудаизм в христианстве. Вот видел. Вот видел. А Достоевский, как, наверное, вы все знаете, в своем замечательном романе «Братья Карамазовы» поместил легенду о великом инквизиторе. Это, вообще, если вы не читали, то я вам скажу прямо, вы многое потеряли. Легенда о великом инквизиторе. Она любопытна, во-первых, своим содержанием, во-вторых, самим построением. Знаете, там происходит диалог между великим инквизитором, ну, если хотите, генералом ордена иезуитов, и самим Христом. Разговор, в котором Христос не произносит ни одного слова. Но если вы начнете читать, вы просто ахнете. Достоевский скончался в 1881 году. Да. Как он там глубоко проник в самую суть католицизма. А вот этот Юрий Федорович Самарин написал интереснейшую брошюру «Иезуиты и иезуитизм», где показал идеологию и самый дух и направленность этого ордена. Ну, вы-то, наверное, это проходили может быть, по западным исповеданиям, хотя, правда, сейчас эпоха толерантности, и критиковать даже нельзя, и как можно, или как вы думаете, ничего, ничего или чего. Да, да, критиковать нельзя. Все хорошо. Да. И зло, и благо – два пути. Ведут к единой цели оба. И все равно, куда идти. Правда же? Хоть православие, хоть католицизм – не важно, куда идти. Это у Мережковского строки, вы, может быть, помните. Ну, хорошо, если у вас какие-то будут вопросы, то мы можем с вами поговорить. Ну, а пока я укажу на некоторые заблуждения, которые присутствуют в нашей христианской среде и которые подчас приводят к страшным извращениям христианства, конец которых, этих извращений, очень печальный. Я вот сказал, католицизм, Римская церковь была первой, перестала вообще быть церковью. Ну, себя именует, конечно, таковой. Вообще, Достоевский прямо написал, что такое католицизм. Вот Достоевский действительно называет это буквально антихристианством. Игнатий Брянчанинов прямо говорит о том, что в католицизме произошло полное извращение духовной жизни человека. Кириевский Иван Васильевич говорит даже так, что католицизм, он весь пошел по пути исключительно рационального осмысления веры христианской и в результате остался совершенно без духа. Очень много. Леонтьев, так тот писал вообще, Россию надо подморозить. Вы слышите, какие фразы говорит? Он видел, что творится с Запада
Вы же думаете, это сейчас вот перестройку, что ли, только у нас это открылось, это движение с Запада к нам всякой дряни, да? В царской России что? Наша аристократия, смотрите, где все время была. Наши цари брали жен откуда? Из немцев. Ну что вы? Посмотрите на... после Петра, что началось. Какая-нибудь Анна Леопольдовна или Екатерина Великая, да, заняли даже престолы царские. А уж дальше все женились только на немках. Говорят, у последнего императора, у него, не знаю какая, сотая или двухсотая только часть крови уже русской, если было. Ну, еще бы, постоянно. Да, так что Запад уже, он давно проникал к нам всеми, так сказать, своими частями. Вот. И сейчас мы только на самих себе узнаем, что это такое. Ну ладно, друзья мои, вот еще на один момент, который мне хочется обратить внимание, и он просто чрезвычайно важен. Дело вот в чем, что для многих богословов, идеологов, я бы сказал, в богословии, христианство рассматривается в конечном счете как религия социального прогресса человечества, социального и культурного прогресса человечества. Дошло даже до того, что появилось так называемое богословие генетива. Генетива, то есть родительного падежа. Богословие надежды, богословие любви, богословие революции. И знаете, в чем оно состоит? Во имя борьбы за лучшее будущее, во имя любви к человечеству мы должны бороться за это даже путем революций, насилия и убийства. Вы слышите? Богословие революции. Так вот, эта идея того, что христианство является своего рода идеологией социального прогресса, эта идея, кстати, наверное, будет сказать правильно, идея буквально сатанинская, просто полное извращение христианства, является действительно сейчас одной из основных движущих сил, присутствующих в основном в западном христианстве, но которые проникают и, естественно, в православную среду. То есть целью христианской религии рассматривается максимально лучшее благоустройство этой земной жизни. Вот в чем вся суть. Но это, вы помните, та же самая мамона, о которой мы с вами говорили, то только что. Та же самая. Причем эта идея подчас пытается найти себе подкрепление даже в Священном Писании. Вы, наверное, помните, в Апокалипсисе есть строки, где говорится о том, что Христос придет и будет тысячелетнее царство праведников со Христом на земле, ни больше, ни меньше. Вот эта идея тысячелетнего царства, так называемая хилиазм, она идет, видите, с каких времен? В Апокалипсисе есть эта фраза? Есть. И тут же она была подхвачена для того, чтобы показать, что будто бы Христос придет еще до второго пришествия, придет и устроит Царство Божие на земле для праведников. Кстати, вам придется отвечать на этот вопрос, на вот эту идею хилиазма. Вам придется. Поэтому я специально для вас вот, хочу сказать, что пишет святой Андрей, архиепископ Кесарийский, который написал толкование на Апокалипсис, что он пишет в
Пожалуйста, обратите внимание, вам придется отвечать же на это. Он объясняет это значение тысячелетнего царства. Зачитываю. Тысяча лет – время от вочеловечения Христова до второго славного Его пришествия. Тысяча лет – время, в течение которого будет благовествоваться Евангелие. Вы поняли, что называют тысячелетним царством Христа? Время от пришествия первого Христа до второго. Вот, оказывается. И эту идею развивает не только он. Игнатий Брянчанин, например, целиком полностью ее поддерживает и ссылается на это толкование. То есть тысяча лет – это образ новозаветного времени проповеди христианства, когда еще сатанизма, власти сатаны, не будет абсолютной власти на земле. Об этом, кстати, пишет апостол Павел. Может быть, вы помните, что вот наступит эта власть сатаны когда? Когда отнимется удерживающий. Многие толковники, ну, в общем, по-разному объясняют, что такое удерживающее. Но, конечно, сомнений нет. Если действительно царство Христа тысячелетнее рассматривается как существование церкви, когда еще есть противостояние злу, противостояние всякому извращению, так, то понятно, что такое это тысячелетнее царство, и понятно, когда оно окончится. Оно окончится тогда, когда уже не останется тех людей, которые бы действительно будут не по имени, а по жизни будут христианами. Внешне все возможно будет. Возможно. Внешне все сохранится. Можно сохранить, кстати, и всю структуру даже церковной жизни. Но если там не в людях не будет веры во Христа, веры какой? Еще раз обращаю ваше внимание, друзья мои. Под верой подразумевается не рассудочное убеждение в бытии чего-то. Пожалуйста, ради Бога, обратите на это внимание. Вера, знаете, что такое? Помню, я вам приводил пример. Вот сейчас пожар. Кто поверит, тут же вылетит в двери и окна. Пока не верим, спокойненько сидим. Слышишь, такой веры? Это действие, соответствующее моей вере. Если я верю, что сейчас начался пожар, что мы будем делать? Естественно. Вот что такое вера по православному пониманию. А не рассудочное признание. Да, пожалуй, Бог есть. Да, Христос был. Вот что такое вера. Так вот, тысячелетнее царство, о котором говорит Апокалипсис, это время от пришествия Христа до Его второго пришествия. Но вы знаете, чем губительна эта идея тысячелетнего царства? Вы обратите внимание, что идет вот эта иудаизация христианства, которая сейчас с огромной силой пропагандируется католицизмом и протестантизмом, конечно. Так? Она приведет к чему? К тому, что самыми великими ценностями является уже не спасение в вечности, оно обеспечено. Оно обеспечено, мы же верующие. А вся суть жизни христиан переносится на что? На благоустроение этой своей земной жизни. Я вам напоминаю, что я говорил протестанты. Вы знаете суть вашей веры в чем? В чем? Отвечаю.
Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царствие Божие приложится вам». Они в восторге. В восторге. Я говорил им, а про себя-то думал о себе. Вот эта идея, я бы сказал, социализации христианства, то есть обращение внимания, всего внимания на решение проблем, которые беспокоят кого людей? Совершенно неверующих. Кого угодно. Потому что всем хочется блага на земле. И когда христианство, основное направление своей, я говорю христиан, то есть церковь, поместная церковь, любая, все основное внимание направляет на решение проблем каких? Экономических, экологических, спортивных, культурных, светско-образовательных и так далее. Фестивалей, празднеств, торжеств. Тогда понятно, что происходит. Я как-то одного высокого человека спросил так, ну, в церкви высокого, сказал: «Вы знаете, богослужение – это молитва или нет?» «Алексей Ильич, вы что искушаете?» «Ну, конечно, молитва». Я говорю: «Ой, простите тогда, а скажите мне, а как можно торжественно молиться?» «Вы говорите, торжественное богослужение». «Ах!» Значит, получается, торжественно молиться. Можно превратить даже церковную жизнь в культурный феномен. Красивый, интересный, традиционный, в хорошем исполнении, хорошие хоры, красивое одеяние, хорошая дисциплина, например, службы. Все, ну, слушайте, это же мечта. Лучше театр даже. Может быть. Может. Может. Конечно, все может быть. Все зависит от того, на что направлено все внимание. Царство Божие на земле или Царство Божие в вечности? Кстати, целый ряд мыслителей защищают с пеной у рта идею создания Царства Божия на земле. Ну, кстати, у нас Владимир Сергеевич Соловьев, вы же историю философии проходили же, в частности, он, например, отстаивал эту идею. Да, ее поддерживали даже протоиереи Сергей Булгаков, Сергей Николаевич Трубецкой, философ известный, протоиерей, профессор Киевской дореволюционной академии Светлов Павел, Федоров, который вообще учил, что в конечном счете суть-то христианства, к чему сводится, в воскрешении мертвых всех, чтобы все воскресли, воскресить мы должны, а не заниматься там какой-то ерундой с помощью науки. Да, совершенно сумасшедшая идея. Да, и некоторые называли его загадочным мыслителем. А у человека просто головка не туда повернулась. Так вот, попытка рассматривать христианство как некую, если хотите, социальную и политическую идеологию – это большая беда. Ведь вы знаете, сколько мечтаний у нас о белом царе, например. Вот нам бы царя бы поставить бы своего, и он бы навел порядок. Какой порядок? Ну, всех мошенников, злодеев бы, я не знаю, куда бы он дел. Правда, где бы он взял новых? Да, не злодеев, конечно, наверное. Все мечтаем о чем? Вот у нас будет справедливость и так далее. И вот царь-батюшка бы это сделал. О чем мы мечтаем? Потому что если говорить о православии, о вере, пожалуйста, сейчас полная свобода.
Веруйте, как хотите. Как хотите, веруйте. Как хотите, молитесь. Что еще нужно? Нет. Нам нужен не это. Так кто, почему же нужен нам этот царь? Царство Божие устроит на нашей российской земле. Какое Божие? Будет торжество православия. Какое? Торжество справедливости. Какое? Вы знаете, в чем ошибка? В чем ошибка этих бедных людей? В том, что если не будет у нас в душе ни любви, ни справедливости, никогда мы не сможем сделать что-либо доброе вовне. Тем и отличается христианство от мира мирского. Чем? Что христианство говорит, дух творит себе формы. Мирское, говорит сознание, формы соответствующие изменит и человека. И поэтому идет революция за революцией, реформации, перестройки и так далее. И непрерывно идет, а люди становятся все хуже. И доведут, когда взорвут вообще всю землю. Задача церкви – исцеление души. А политическая сторона, она осуществляется людьми, политической, социальной, вы слышите? Поэтому задача церкви – воспитать людей, которые, если бы они поднялись кверху, они бы проводили и соответствующие благоприятные реформы. Вот каков процесс – воспитание человека, а не попытка с помощью чисто внешних мирских средств превратить нашу земную жизнь в какой-то рай. Земной рай. Забыли. Христианство говорит, земная жизнь – это больница, а не курорт. Мир говорит, земная жизнь – ее надо сделать курортом. Больница. Больница какого рода? Исцеление нас от этих несчастных страстей. Одна зависть что делает? Тщеславие. Ненависть, неприязнь, осуждение. Слушайте, какой может добиваться добра? Возьмите человека такого, поставьте его выше, так он начинает тиранить всех низших. Почему? Потому что в сердце нет любви. Без воспитания человека разве может добиться какой-то справедливости? Но могу утешить тех, кто борется за нее. Будет справедливость. Слышите? Абсолютная будет справедливость. Такая никто шагу не сможет сделать в сторону от закона и от справедливости. Слышите? К этому мы прямо идем. Весь научно-технический прогресс идет к все большему контролю за человеческим поведением. И в конечном счете этот контроль будет абсолютный. Как сейчас камеры стоят на дорогах? В общественных местах. Знаете, уже так часто даже находят преступников и так далее. Ничего, все получат. И ничего, ты слова не скажешь против закона, и тут же, голубчик, попадешь под меч правосудия. Полный, абсолютный контроль. И будет полное, абсолютное законопослушание. Никаких нарушений не будет, потому что малейшее нарушение будет караться по всей, как говорят, строгости закона. Если Христос призывает к чему? Любите, да любите друг друга, то антихрист скажет, мы вас заставим быть справедливыми и не нарушать никаких законов. Вот, оказывается, где корень, самый корень проблемы. Поэтому превращение христианства, попытка рассматривать христианство как
как какую-нибудь там своего рода новую доктрину, которая поможет нам устроить рай на земле, это глубочайшее заблуждение. Если хотите, это буквально извращение всего христианства. Но к этому дело идет. Многие протестанты уже ничего другого не знают. Вот некая Коупленд пишет: Иисус, говоря о Царстве Небесном, не имел в виду жизнь на небе. Не имел, слышите, жизнь на небе. Он имел в виду реальное обладание обещанными благословениями, такими как исцеление, процветание и мир. Вы поняли, какой идеал? Сказать вам? Идеал Аскариды. Знаете, Аскариды, что такое? Внутри человека заводится. Эти живут себе, копаются в изобилии того, что человек ест. Идеал Аскариды. Вот, оказывается, во что хотят превратить христианство. Международные всемирные конференции проходят под каким девизом? Занимаются чем угодно. Никаких духовных проблем. Только об одном идет речь – экономика и процветание. Само образование, само христианство нужно только для того, чтобы благоустроить эту земную жизнь, и больше ничего. Это страшное дело. Страшное дело, которое приводит, знаете, к каким последствиям? Я вам зачитаю. Вот слова одного великого святителя. У нас, то есть в нашей церкви, он говорит, русской церкви, пишет: у нас есть хорошая внешность, мы сохранили все обряды и символ первобытной церкви, но все это мертвое тело, в нем мало жизни. Вы понимаете, о чем идет речь? Ведь можно совершать и богослужение. Как? Так, как пишет святитель Феофан. И часы хорошие ходят правильно, но кто скажет, что в них есть жизнь? Поняли, что такое жрец, кстати, а не священник? Часы правильно ходят. Жизни в них нет. Все можно внешнюю сторону церковной жизни сделать, все будет нормально. Но очень легко все это превратить в мертвые часы, которые будут тикать, в смысле петь, и стрелки переводить, в смысле по календарю идти. Святитель Феофан как предупреждал об этом еще в конце XIX века. Говорил, еще одно-два поколения, и у нас не будет церкви. Вы слышите, что он писал? Это просто поразительно. Прошло ровно полтора поколения, и наступила революция. И как корова языком смела все великолепнейшие наши монастыри, храмы, духовные школы, все, как корова, говорят, языком. Почему? Если бы только посмотрели, что писали святые отцы о состоянии Церкви Российской в предреволюционное время. Иоанн Кронштадтский говорит, сердце обливается кровью, когда я смотрю на то, что происходит с нашим народом. Друзья мои, все опять приходится к тому же возвращаться. Если мы не начнем, вы слышите, какое слово я употребляю, это не мое, это Игнатий Брянчанинов пишет, и его я зачитывал сейчас вам. Если мы не начнем учиться молиться, мы так и будем этими мертвыми часами.
Они будут ходить, показывать время и тикать. Ведь ничего не стоит само богослужение в чем превратить. Он, митрополит Вениамин Федченков, он так и писал. Писал: «Мы и в церкви ждем услады светским пением, театральными концертами, забавы. Мы и в храм, мы и храм превращаем в театр». Слышите? Но о чем это свидетельствует? Только о нашем упадке. От этого Господь ныне допускает разорять и закрывать алтари Божии. Мы ранее этого закрыли для Бога сердца наши. Эти слова не вздумайте где-нибудь цитировать. Вам по шапке достанется. Не перед каждым это зачитаешь. Слышите, и в церкви, и храмы превращаем в это. Это что же такое? Насчет вот этой вот социального служения церкви великолепно написал Хомяков. Послушайте, что он написал. Этот действительно умнейший человек. Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями, когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей. Блестящий ответ на все эти социальные увлеченности. Запад давным-давно уже только и живет в этом. Давным-давно только и живет. Но теперь нет границ. Нет границ. И поэтому этот дух, этот мирской дух, это омерщение, оно, естественно, проникает. Самое страшное, знаете, во что? В сознание. Когда человек хотя видит, но понимает, что это не то, не должно, еще ладно. Но когда он сам проникнется этим, тогда уже наступит беда. Тогда действительно наши храмы превратятся в театры. А рассуждения будут идти о булках и устрицах. Вот так. Это еще одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, от которой мы никуда не уйдем. Мы будем свидетелями, но дай Бог, чтобы не быть творцами. Ибо тогда это наступит уже окончательная беда. Ну ладно, еще скажу об одной беде, очень большой беде, который подстерегает верующего человека и от которой избежать немногие могут. Это так называемое законническое понимание христианства. Вы, наверное, все обращаете внимание в Евангелии, когда или читаете, или иногда слышите, может быть. Бывает. Я тоже когда-то читал Евангелие, правда, очень давно, уже не помню когда, но я читал его. И там что-то Христос, вместо того, чтобы обличить, вы знаете, воров, прелюбодеев, мытарей, обманщиков, что-то о них ничего так не говорит. Но это не значит, что он их одобряет, конечно. Но зато столько гневных слов против: горя вам, законники, лицемеры, фарисеи,
Вот это интересно. Да неужели какой-нибудь разбойник лучше этих фарисеев и законников? Кто это такой законники? Кто такой законники? Те, которые знали закон Божий и исполняли его тщательно. А знаете, что такое закон Божий? Вот мы даже забыли об этом. Под законом Божьим там подразумевалась вся совокупность культовых действий. В субботу не смей пройти больше субботнего пути. После торга должны мы мыть, я не знаю, что там, руки, ноги, все на свете. И все. То есть вот это все, вот это внешние действия называется исполнением закона Божьего. Недаром, помните, Христос обличал фарисеев, говорит, что вы подобны гробам окрашенным, которые снаружи украшены, то есть исполняете всю эту внешнюю сторону, культовую, церковную, а внутри полны мерзости и хищения. Ну, понятно, что в гробах может твориться. Помните, четверодневный Лазарь уже смердит, смердит. Невозможно даже присутствовать. К сожалению, вот эта беда свести религию, в частности христианство, к внешней стороне ее жизни, эта беда, увы, как поражает множество христиан. Поражает в каком смысле? Потому что все сводится только к этому, к исполнению. Ведь надо же сходить причаститься по исповеду. Ну да, надо. Пост пришел. Ну да, все-таки, чтобы совесть не мучила. В храм надо сходить. Праздник какой. Ну, а если служит там какой-нибудь архиерей или там выше, то тут и говорить нечего. Надо бежать быстрее глазеть, кто там. Да, вот так. Да. По святым местам съездить. И чего только нет. Забывается только о главном. О главном забывается. Надо-то, наверное, молиться. Да когда там молиться? Я пришел в храм, мне тут столько мыслей всяких. А тут еще кругом то ходят, то свечки передают, то еще дети начинают бегать, кричать. Да и вообще все, и потом проблем сколько у меня. Но на службе побыл, слава тебе, Господи, и спокоен. Обманул свою совесть. Пришел, кажется, помолиться, а на самом деле... Вы знаете, с какой горечью пишет святитель Феофан, затворник, об этом? Если, цитируем, «если никто не воздохнет от души, то молебен протрещат, это он о священниках говорит, протрещат, а молитвы о болящей не будет. Тоже и проскомидия, тоже и обедня. Служащим молебен и на ум не приходит поболеть пред Господом душою о всех тех, коих поминают на молебне». Вычитывают. Правда, какому Богу? Эти имена, какому Богу, интересно, не знаете? Наш Бог и так знает. А это какому? Нет, я слушаю. Когда же? Девицу Анну. Ой, слава тебе, Господи, помянули. А девица уже 90 лет, ее никто замуж не взял, поэтому она девица. Наверное. Или, может, по другим причинам каким-то. Неважно. Дело в другом. Когда это слушают? Это какой ужас! К чему свести? Вы знаете, вот есть же возможность правильно отнестись. Как? Вы знаете, вот родительский, вот сегодня. Надо бы корзину вытащить на ОМОН. Видите, возлюбленные братья и сестры. Так? Если я сейчас начну читать, представьте, один священник,
то я буду читать до вечера. Если вы согласны, это хорошо. Я прикажу сейчас закрыть двери, чтобы никто не смел выйти. И буду читать. Но, правда, есть другой выход. Может, вам пригодится? Вот сейчас прошу всех вас, которые подали эти поминания, записки, молиться о тех, кого вы обозначили в них. Я вот кладу руку на эту корзину и молюсь о всех, кого вы подали. Не имена буду называть, и Господь Бог знает прекрасно, а молиться о всех, а вы каждый молитесь о тех, кого вы написали. Вы знаете, что было бы? Это революция. В каком смысле? Вдруг все, стоящие в храме, начали бы молиться, не слушать, когда там произнесут имя, а молиться. Какой ужас! И батюшка стал бы не вычитывать имена, а молиться о всех, кого подали. Но это, вы знаете, уже слишком. Вы слышите, что мы сделали? Что мы сделали? Вместо того, чтобы молиться за всех, кто здесь, мы имена вычитываем. И вместо того, чтобы нам молиться о тех, кого мы подали, мы выслушиваем, когда же там назовет заблудшего Ивана. Какому Богу, скажите? Никому только не рассказывайте, что я это говорю. А то ведь Господь скажет, ну, еретик, и все. Как же это? Буддисты, те поминают, все имена называют. А мы что, хуже их, что ли? Разве мы хуже буддистов, правда? Вот, друзья мои, как было бы здорово, весь храм, вот, 2-3 минуты, хор спокойно, тихо поет, допустим, со святыми упокой, тихо-тихо. В это время все стоят и молятся о всех, кого они хотят помянуть. Представьте себе, и священник стоит, молится. Ну, не знаю, когда такая ересь только еще придет ко мне в нашу жизнь. Нет, будем читать. Тра-та-та. 3-4 священника. Я как-то захожу в храм, ничего понять не могу. Из алтаря несется нестройный хор, перебивая все, все читаются вслух. Эти имена читают. Но я так и думал, что попал в буддийский храм. Да. Нет, говорят, это православные. Вот так, видите, о чем пишет святитель Феофан. Поэтому святитель Игнатий и призывает, со всей силой, какой только можно. Должен совершать молитву со вниманием, благовением, с целью покаяния. Не произноси молитву спешно, одной немедленно за другую. Делай после каждой молитвы краткий отдых, и тем способствуй уму сосредоточиваться. Божественное произнесение молитвы, безостановочное произнесение молитвы рассеивает ум. Молиться надо учиться, а не вычитывать. Вы не представляете, то есть, а может, хотя вы-то представляете, слава Богу, народ не представляет, что подчас бывает во время проскомидии, когда эти горы записок и горы просвор. Какая идет работа! И что в это время происходит? И это православие. Мы рубим сук, на котором сидим. Апостол Павел прямо пишет: делами закона
то есть вот это внешней вот этой церковностью, не оправдается никакая плоть. Он пишет, если законом оправдание, то Христос напрасно умер, как пригвоздил буквально вот этих всех законников. Да. Теперь становится понятным, почему Господь с гневом обличает вот этих законников, потому что происходит уничтожение самого главного – молитвы и обращение к Богу с покаянием. Нет, я воцерковленный, я все знаю, где, как и что делать. А молиться – неважно, пусть кто-нибудь за меня молится. Два слова скажу еще об одном заблуждении, которое присутствует. Ну, оно, я надеюсь, вам всем понятным, но, к сожалению, очень распространенное, особенно в среде интеллигенции, что христианство, знаете, что такое? Это религия просто нового учения о Боге, о человеке, о мире. Вот и все. А учений очень много. Смотрите, сколько философских всяких учений, Господи, политических сколько доктрин, социальных. В чем главная ошибка, друзьям, я хочу сказать? Христианство принесло откровение о новой жизни. То есть новой какой? По сравнению с тем, что есть в нас. Это откровение новой жизни дал, да, Христос, дал апостол, должна проповедовать церковь, это верно. Но суть-то дела, на что обращаю внимание? Вся суть христианства в новой жизни, вы слышите? Не в том, что я православный, как кажется, не в том, что я крещен. Новая жизнь. Без новой жизни нет христианства, это самообман. Слушайте, вот как это убедить себя, что это самообманом я занимаюсь, если я не стараюсь жить по заповедям Христовым? Вот подскажите, вот как убедить себя в этом? Я православный. Ты православный? А чего ж ты так завидуешь, осуждаешь, тщеславишься? Не терпишь никакого замечания со стороны, гордишься, жадничаешь. Где, какое православие? Ты что? Ты что, врешь самому себе? Кайся, пока не поздно. Христианство – это новая жизнь, а не просто новые знания. Знания только нужны для этой жизни. Да, они нужны, знания. Какая-то новая жизнь, такая, о которой говорят те, которые боялись в мыслях даже допустить малейшую ошибку или ложь. Это жизнь, которая дает то, о чем писал апостол. Не видел того глаз и не слышало ухо о том, и не приходило на ум то, что уготовил Бог любящим его. Нет, мне не надо это. Я лучше свечку поставлю. И слава тебе, Господи! Вот так, друзья мои, вот в чем новизна христианства. Не в совокупности учения о Боге, о человеке, о мире. Не в этом, надо запомнить это, а в том, как жить научает. Как жить? Да, это очень непросто. Не знали, как жить. Думали, что надо вот приносить жертвы, да, устраивать там, не знаю что, концерты и так далее. И будет вам христианство. Самообман. Вы знаете, еще одно из заблуждений, серьезное заблуждение, это когда рассматривают нашу христианскую веру, мы рассматриваем как средство достижение земного благополучия. Вы знаете это, нет? Не знаете. А чё ж вы не знаете? Издается сколько угодно литературы, где сказано, от какой болезни кому надо молиться, перед какой иконой,
в каком месте, о том скажет, в какое время даже, с кем молиться, с какой целью, перед какими мощами. Что, вы не знаете? Есть справочники, великолепные справочники, в котором все расписано. Квартира «Нужда» Спиридону Тримифунскому. Пьет кто-то перед неупиваемой чашей и так далее. Все расписано. И не вздумайте перепутать только. Это нехорошо. Казанская, например, икона не поможет никак, потому что помогает икона, оказывается, а не Богоматерь. Я, конечно, утрирую несколько, но это вообще кошмар, я вам скажу. Когда превращают христианство в какую-то религию магии. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. И это, вы знаете, оставьте это сокрушенно, смиренно. Я спрашиваю, кому надо заказать молебен? Вот от этого. Вот что мне нужно. А вы своим сердцем... Это, я вам скажу, беда, друзья мои. Это буквально превращается в какое-то язычество. Буквально. Это такая беда, что просто и трудно даже и сказать. Из-за этого проделывают какие огромные расстояния, чтобы для того, чтобы попасть именно вот туда, в такое-то место. Или паломничество едут по святым местам. Обратите внимание, по святым местам. Кажется, хорошее дело? Что такое святые места? Да, конечно, был Серафим Саровский. Верно, там было, куда ехать. Были Амбросий Оптинский, в Арсенуфии, Макарии. Да, свято было, верно. Святитель Игнатий Брянчанинов написал, я бы сказал, прям ответ современным людям. Святой Дух, послушайте, привязан не к месту, и не может быть он привязан к месту. Он дышит, где хочет. А где он хочет? Там, где есть люди, стяжавшие Духа Святого. Скажите вы кому-нибудь это. Вас камнями забросают. Что вы мне говорите? Я поеду в Оптино, поеду в Дивеево, поеду еще куда-нибудь, на Афон поеду. И, ну, да куда угодно поеду. Там, где было. Было. А есть или нет? Вы знаете, удивительное дело. Духа Святого привязывают к месту, вот, земному, конкретной точке, конкретному месту. Это называется «Дух дышит, где хочет». Еще раз вам повторяю это, вот это, святитель Игнатия. Дух Святой привязан не к месту. И он, кстати, перечисляет, как у нас на Руси. Сначала Киево-Печерские святые, потом, я не помню уже, друзья мои, он как дальше, но в частности называет. Потом, видимо, это Оптина. Видим Саров и перечисляет, почему Дух Святой переходил в зависимости от того, когда там появлялись люди, исполненные Духа Божьего. А мы куда едем? Место, а не люди. А вы знаете, что святитель Феофан как сурово отвечает вот этим людям, которые занимаются паломничеством. Прямо отвечает. Его спрашивают. Он решительно заявляет. Нет. Вы только там начнете это разговаривать друг с другом. Сколько это у вас впечатлений, сколько у вас суеты, сколько это смены всех обстоятельств. И вы вместо... Говорит, молитвы, да, во что вы превратите? Единственное, это уже я от себя прибавлю, единственное, может, оправдание, когда дома, ну, такая обстановка,
что ну, абсолютно невозможно, ну, невозможно не пойти в храм, не помолиться, не почитать. Может, на какое-то время выйти там, туда, где можно помолиться, а не поглазеть. Ну да, тогда возможно, да. Но некоторые... Я встречал такие вещи, вы знаете, просто поразительно. Знал одну знакомую, которая все по святым местам ездила. И вот однажды, через 15-20, вдруг здесь в Лавре, смотрю, ведут одну старушку, которой глаза уже стоят. Она, видимо, ну, почти покойник. Ее ведет дочь. Я говорю, здравствуйте, здравствуйте. Ну вот, мама просила меня обязательно, она не может не ездить. Настолько привыкают, что только куда бы поехать. Куда бы поехать. Насчет молитвы лучше оставить этот вопрос. Так что вот, когда рассматривают места сами по себе средством достижения, когда рассматривают эти соответствующие иконы, мощи и прочие всякие святыни, рассматривают как источник, что ли, приобщения нашего Богу, то, конечно, это мы идем не туда. Не вместе Бог, а в людях, которые действительно приобщаются Духу Божьему. Бог не отвергает молитв о наших земных нуждах, потому что многих именно это подвигает. Но что они говорят? Что говорят святые по этому вопросу? Вот кого нам надо слушать. Не отвергает Бог? Нет. И как же тогда быть? Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Будучи обязан прилагать все тщание и всю заботу свою о неизреченных благах, ты крайне бесчестишь себя, когда изнуряешь себя заботами и помыслами о благах скоро приходящих». В Арсенофе Великий пишет: «Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно». Слышите? Даже исцеление. Исаак Сирин пишет: «Не будь несмыслен в прошениях своих, чтобы не оскорбить тебе Бога неразумием. Ибо кто у царя домогается маловажного, тот уничижает его честь». Игнатий Брянчанинов: «Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневить Бога малоумием своим, просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного, уничижает его». Посмотрите, как один за другим, как они предупреждают нас от того, когда мы вот эти внешние блага ставим на первое место. Как же, что... Можно не молиться? Можно молиться. Как? Так, как молился Христос в Гефсиманском саду. Зачитаю. «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Молился, как вы помните, до кровавого пота. Не как я хочу, но как ты. Вот, оказывается, как нужно относиться к этим нашим, вот этим всем внешним проблемам, которые происходят в жизни. Но насколько у нас развита вот эта вот идея, что если мы окажемся вот в таком-то месте, перед такой-то святыней, перед такими-то мощами, то мы получим просимое, насколько это велико, Боже мой! Помните, приводили мощи святителя Николая? Причем как?
сколько храмов у нас имеют эти мощи? Нет. Тут привезли новенькие. Миллионы. И о чем вы думаете, просили эти миллионы? Что? Думаете об исцелении от страстей, что ли? Да вы глупенькие тогда, ничего не понимаете. Какие страсти? У меня пятка болит. А вы тут страсти придумали. Вот как. Слушайте, ну, пожалуйста, вы же станете скоро катехизаторами, учителями, священниками. Но объясняйте же людям, в конце концов. Понимаете, это беда, которая приведет нашу церковь к язычеству полному уже. Если мы не будем говорить. Может, еще один момент, на котором уж остановлюсь, это христианство подчас рассматривает как средство к получению мистических состояний. На это я вам скажу, может быть, проще скажу. Тот человек, который ищет этого, тот никогда этого не получит. Святые отцы настаивают на основании Евангелия, что наше состояние – это состояние болезненное. Тяжело больной человек, что он желает, скажите? Мечтает о пирах, что ли? Исцелиться он хочет, потому что он страдает. Тонущий, о чем мечтает? О том, чтобы спастись. Поэтому и они говорят, что тот человек, который не видит своего вот этого вот состояния, состояния болезненности, состояния того, что весь поражен действительно страстями, ну не тронь же человека, нас, ну не тронь нас никого. С какой стороны не тронь? Все пронизано тщеславием, лицемерием, обманом, ложью, завистью и так далее. Ну неужели это трудно увидеть? Ну совершенно же очевидно. Так тот человек, который, если этого не видит, и молится, ждет состояние, когда ты, Господи, мне не спошлешь благодать Святого Духа, а не исцеление от этих вещей, тот никогда ничего не получит. Но зато велика опасность, что он так споткнется, что уже вообще ничего не сможет видеть, ничего доброго. Так называемое состояние прелести. Что самое главное в нашей человеческой жизни? Хотите узнать? Самое главное. Вас буду спрашивать. Зачитаю. Блажен человек, который познает немощь свою, потому что это познание делается для него основанием, корнем и началом всякой благостыни. Ибо награда дается не за делание, но за смирение. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно утрачено, то первые будут напрасны. Тот, кто сразу стремится к высоким состояниям, уже свидетельствует о себе, о своем так называемом смирении. Я, будучи никто, а почему это меня, я не могу это к президенту сейчас взять и пойти? А что это мне не пускают? А я хочу. Прекрасно понимаем. Ну, раньше лучшие были, может быть, примеры, когда к царю попробуй, попади. Да. Поэтому тот человек, который стремится сразу к высоким состояниям благодатным, тот стал на ложный путь жизни, который приводит его к тому состоянию, которое святые отцы называют одним термином, таким – прелесть. То есть лезть себе, ты льстишь себе, ты весь больной насквозь, и вместо того, чтобы стремиться к исцелению от этих болезней, ты вдруг начинаешь мечтать
о пирах. Да во время боли какие? Он зуб болит. Вы спросите его, мечтает он о пирах каких или нет? Вот так, друзья мои. Поясните, пожалуйста, православное отношение к порче. Что, как к бы чему? Есть... Порче, порче. Ну, порче? Да, потому что многие есть, даже христиане, которые боятся порчи, но чем они это объясняют? Не суеверным страхом, а тем, что как бы мы все грешные, и эти грехи нас как бы уязвляют перед нечистой силой. Вот, и, соответственно, как бы боятся. Вот, как вот их от этого избавить, от этого страха? Исаак Сирин прямо пишет. Это замечательные у него есть слова. Прям пишет. Никакая тварь, и перечисляет там, начиная с низших до высших, ни человек, ни животные, ни там птицы, ни сами демоны не могут прикоснуться к человеку без благой и премудрой воли Божией. Прикасаются же они и могут прикоснуться в конечном счете по причине, скрытой в нас во всех без исключения гордости, но при разном отношении человека к этому своему состоянию. И вот некоторые, об этом пишет Антоний Великий, что когда мы поступаем сознательно против воли Божией, то в таком случае мы соединяемся, первый том «Добротолюбие», почитайте наставление Антония Великого, пишет, то мы соединяемся тогда с демонами-мучителями. Мы называем это порчей, все. А оказывается, вот степень вот этой нашей сокрытой в нас, которую, к сожалению, мы плохо видим подчас, но это легко увидеть. Это, вот этой гордости, если хотите, это тщеславие, это, если хотите, богопротивление. Степень ее обуславливает то, что мы вступаем в контакт с демонами-мучителями. Вот оказывается, что люди же, через кого, как думают, наступает это, так, являются ничем иным, как просто орудиями того, слышите? Не они, а они орудиями, как собака является орудием того человека, который спускает собаку на вас. Так, они являются только орудиями воли Божией по отношению к тому человеку, который противится Духу Божьему в своей жизни. Поэтому предупреждают отцы, что нужно следить все-таки за собой, быть внимательным. Никакая порча не может прикоснуться к человеку. Никакая. Если мы будем стараться, насколько это возможно, стараться жить по-христиански, каяться, смиряться. То же самое страшное, что у нас есть, это гордыня, конечно. Это гордыня наша. Она в глубине сидит каждого человека. Как она узнается? Очень просто. Очень просто. Я вам говорил, как. Вы знаете это? Негодяй. Я бы так этого никогда бы не сделал. Да, ты такой хороший. Ух, смотрите, что творит. И снизу доверху все такая дрянь. Один я только чистенький, голубок, светленький, святой. А они все дрянь. Слышите, какой я смиренный? Поняли? Узнали? Узнал я? А вот, оказывается, кто я. Мнение о том, что естественно научная апологетика. Первое. 4,5 миллиарда лет Земле, а не 7,5 тысяч лет. Отвечаю, нет в Библии никакой хронологии относительно происхождения, времени происхождения человека и Земли. Нет! Если вас действительно интересует кого-то, сходите в библиотеку, возьмите книжку Сергея Сергеевича Глаголева, это предреволюционный профессор, революционный,
Книжка называется «Происхождение человека». Все прям расписано по полочкам вам. Нет этой цифры в Священном Писании. Эта цифра не реальная, а символическая. Второе. Это происхождение человека, про человека до Адама, неандертальцы. Так, от обезьяны и прочее. О, Господи, Боже мой, да. Скажу вам так. Вы, наверное, обратили внимание, современная наука, слышите, не кто-нибудь, в лице самых видных ученых, которые есть, все утверждают единогласно, что происхождение человека Homo sapiens, слышите, то есть человека, относит примерно 30-40 тысяч лет тому назад. А до этого? До этого я ничего не удивлюсь, если у современных орангутангов, шимпанзе, горилл нет ни религии, ни чего-либо другого. Но вы знаете, да, 30-40 тысяч лет тому назад, вот о чем говорит наука. А что до этого? Это, знаете ли, гадания. Начинаются бесконечные гадания. Ну, может быть, удастся, сейчас, я думаю, может, пересмотрю свою книжку «Путь разума в поисках истины», там этот раздел будет, там с ссылками прямо на ученых, чтобы не подумайте, что это откуда-то другое, прямо со ссылками на них. И тогда у вас все будет в порядке. Благодарю вас за ваше терпение. За ваше внимание, да, я не сомневаюсь, конечно, да, да. Особенно благодарю за то, что вы теперь уж, наверное, будете о мне раз в год, наверное, молиться. В смысле, на записке какой-нибудь напишите грешного профессора Осипова помянуть за здравие, а может, потом и за упокой. Да. Так что спасибо вам, друзья. Если я чем-то когда-то смогу кому-то что-то ответить, то, пожалуйста, пожалуйста, я открыт и с удовольствием это сделаю. Всего вам доброго, помолимся.